Так, да, нас спрашивают, нас с тобой, Егор, появилась ли задумка собственного юмористического шоу? Не будем пока говорить об этом. Нет, что, я скажу. Скоро, ребята, вы все узнаете. Мы сейчас готовим, ребят, действительно, у нас есть идейка, мы уже кое-чего наработали, кое-чего сняли. Сейчас вот как раз мы на пороге рождения этого ребенка. К сожалению, без меня. Да. Без меня. Сейчас повторить? Ущипнула. Да, слава богу, вы знаете, без нее только профессиональные актеры и актрисы, только смешные действительно актеры и актрисы. Я повторяюсь про актеров. Мне просто она меня сейчас вот очень больно щипает. Давайте следующий вопрос, потому что она мне откусит задницу сейчас.